делать-то будем? В смысле, что делать? Ну, не знаю. Надо ранение получать. Блядь, ты же понимаешь, что это на 50 на 50. Да хуй, не знаю. Как моральное состояние твое? Полная хуйня. Апатия, деморализация, хуизация. Просто взяли все, что у меня было в голове, выкинули и насрали нахуй. Раньше тут шутки были, типа отсюда либо 200, либо 300. Теперь это не шутки нихуя. Короче, если нам бабки перестанут платить, тебе надо будет съезжать. Почему должны перестать платить? Потому что, да, и скоро пол России здесь будет. По 200 тысяч каждому платить не смогут. И выплачивать большие бабки за ранение тоже не смогут. У нас что, короче, скоро Херсон будет Россией через пару дней. И хуй его знает, что с нами тут делать будут. Ты там, что ли? Да. Ну, я прям вот-вот, вы в эпицентре. Удержим деревню, которая не дает продвинуться дальше врагу. Это убежище вчера вышло и зашло обратно. Какое? Президент наш. Ну, утешительные слова же какие-то должны были быть. Ты, блядь, объявил мобилизацию. А, ну все, частичная мобилизация. Всем салам, братья. Завтра вы на войну, нахуй. Так что это было? Нет. Как объяснили, то, что вы сейчас держите оборону, то есть они едут туда, чтобы за вас держать эту оборону, а вы пойдете в бой. Охуеть, это все правда оказывается. Охуеть, кто? 20 человек, блядь? Блядь, ну это же пиздец, ну они же вас просто нахуй как мясо, блядь. Да ясно, ну так вся война. Ну, блядь. Поэтому с 2000 человек осталось вот сколько осталось, блядь. Нас еще позором называют. Ну, типа то, что мы лохи сами все не сделали, ебать. И поэтому мобилизация все из-за нас, короче. План-то какой изначально был? Пару дней и все, ебать. Тут, ебать, 8 месяцев почти. Тут еще зима впереди, блядь. Это, ой, блядь. Будут еще требовать всякую сглупу от нас, какую-нибудь невероятную. Идите в бой, блядь. Через сугробы, нахуй. Повезет с воспалением легких, уеду. Бля, если мне после всей этой хуйни никаких льгот с медалями не дадут, нахуй. Пойду в эту, нахуй. То, что против страны. Оппозиция, ебать. Я с тобой. Оказывается, ты мог уволиться до вчерашнего дня. И уехать. И только вчера вышел закон о том, что при отказе вот военных действий и при уклонении, типа, дается 10 лет. То есть до этого закона не было. Хуй его знает, что они могут. Еще одну поправку введут, блядь, и все, и пиздец. Ну, это да, но пока что так. Я вот еще сижу и думаю, блядь, сколько война затянется. Может, все-таки сесть лучше себе, там хоть безопаснее. Я не знаю, как все обернется. Полка 50 человек осталось. Блядь. Я завтра, послезавтра в церковь пойду, блядь. Тут уже, кроме Бога, мне нихуя не поможет, ну правда. Чего вы сразу Боже-то вспоминаете, блядь, от него толку, ну хуй, да маленько. Поживем, увидим, да, и как это все будет. Я буду молиться на ранение. Тут, говорю, люди раненые уезжают со слезами на глазах отсюда. Счастье, что ли? Да, так точно, блядь. Под Изюмом еще, когда были, там, кому-то осколок в жопу прилетит, он, ебать, и смеется, нахуй, и плачет, блядь. И кричит, мужики, ебать, несите посылку, пришли, ебать.